Чтобы добраться до меня, вы прошли через чрево ада. Но рука человека, суждение и любовь которого полны лжи, не в силах сразить повелителя ада. Император. Так, я так понимаю, это, наверное, финальный босс. Пока просто бьем. Бросить броню. Смотрим, что делает он. Как-то слабенько. Пока даже отвлекаться не хочется. Так, вот здесь уже серьезно. Серьезно. Будем лечить эфирами. Эфирами долго лечить. Так, ну у нас есть эликсир. Какая будет эликсир? Потом нам хранить ни разу не использовали. Так, а что она себя выпьет? А, нет, не себя. И 999. Так, того убили. Так, ну всех смысла, наверное, большого нет лечить. По-моему, лечит-то мало. По 300, так себе. Так, ну пускай его убивает, ничего страшного. Мы его поднимем. Так, а здесь мы сделаем берсерк. Как раз таки пригодится. А, и в принципе надо же эти все использовать. То, что у нас там было. Сила, интеллект и так далее. Так, предметы. Так, предметы мы сделаем. Хотя если нас убьют, смысла от этого не будет большого. Лечим. Так, рог единорога не то. Вот дух до максимума. Поднимаем. Так, а здесь, если получится, мудрость отшельника до максимума. Мудрость получилась. Я что-то угол не убили. Так, этот бьет, это лечит. Попробуем всех, теперь у нас духа много. Так, здесь мы тогда делаем берсерк на одного. Так, ну ты просто бьешь. Так, до этого на 300 лечило, теперь на 400. Тоже на самом деле не намного больше. Берсерк, походу, хотя первый уровень. Все. Не верю. Проиграть жалким насекомым. И не один раз, а целых два. Кто вы такие? Ра. Все кончено. А теперь уходим. Все закончилось.
Борьба была долгой, но теперь, когда Императора больше нет, бояться нечего. Я благодарю вас от всего сердца. Объединенными силами Кашуана и Фина мы отстроим королевство заново. Вместе мы создадим королевство еще лучше прежнего, принцесса. Когда-то я был трусом, но я изменился. За это следует благодарить каждого из вас. Спасибо. Уверен, Скотт улыбается, глядя на меня с небес. Ну и ну, вы хоть понимаете, что натворили? И кого мне обворовывать, раз Империи больше нет? Вы лишили меня работы. Что ж, придется воровать у вас. Почаще пооглядывайтесь. Ну и задал ты им трепку, Фирион. Да уж, я в тебе не ошиблась. Если ты когда-нибудь соблазнишься пиратством, то чего это ты занервничала, Мария? Ага, смотри, Фирион, тебя ждет новая битва. У вас получилось. Уверена, отец радуется за вас на небесах. Я останусь тут и буду прислуживать принцессе. Я готова на все, лишь бы тоже помогать. Джозеф? Теперь мы должны бросить силы на восстановление утраченного. Прощайте, мою благодарность вам не передать словами. Война окончена. Ура! Да. Мы снова будем жить в мире. Вместе. Правда ли он? Для меня нет пути назад. Но почему? Не оставляй нас. Фирион, останови его. Мария, Леон прав. Слишком многое нам пришлось пережить. Я не могу ему помешать, по крайней мере, пока. Еще увидимся, Леон. Что ж, нам тоже пора в путь. Это только начало. Их долгая борьба наконец-то подошла к концу. Император, пандемониум, наводнившее мир чудовища. Все это исчезло без следа. На Землю вернулся мир. Однажды раны, нанесенные войной, затянутся, и эти печальные дни сотрутся из памяти людей. Но кое-что будут помнить вечно. Мир спасла группа юных героев, и этого не забудут никогда. Мы хотим сказать огромное спасибо всем фанатам, которые были с нами тогда и сейчас, а также разработчикам, трудившимся над оригинальными версиями. На этом все. Ну, как обычно, после титров я посмотрю изображения, все, которые есть, также бестиарий, посмотрим всех. Вот. Ну, а кто уходит сейчас, благодарю за просмотр. С вами был Норд.
Сохрани данные пройденной игры. Прогресс сохранится до финального босса. Да. Так, на двойку. Так, вернуться на главный экран. Так, ну загружать мы уже не будем, потому что, в принципе, я уже знаю, что будет. Загрузимся также перед боссом. Никакого продолжения не будет. Бестиарий. Так, посмотрим бестиарий. Так, ну там, где они располагаются, мы не будем смотреть. Просто покрутим всех. А характеристики вниз я тоже не буду опускать. Так, единственное, того посмотрим. Сказать, дойдем до него. Так, хотя вот это тоже у нас в конце, по-моему, был. Предметы гилы. Так, вот это самые бесявые. Защита 210. Так, император. Алмазные доспехи, заступник. 3000 ОЗ. Тень императора, в принципе, то же самое, только немножко помощнее. Предметов нет. Так, вот эти более мощные. Гилы 15000. Грозовое копье. Ленточка. Мифриловый голем. Так, генерал. Алмазные перчатки, шлем, драконьи доспехи. А, ну мы его смотрели. Так, вот эти неприятные. Грозовой великан. Посох волшебника. Бегемот. 2000. Бегемот-король 5000. Лук Йоити. Мы такой получали. Так, белый дракон, от которого не убежать. Перчатки Гэнзи. Зеленый дракон. Синий дракон. Красный дракон. Тандали Гермеса тоже получали. Расходник. Тиамат. Том оживления, свет, вспышка. Вельзевул. Сандали Гермеса. Астарот. Император. Так же, как в первой части, ничего не известно про него. Так, ну и все. Так, получается, всех победили или нет. Так, вот здесь кого-то не победили. Неизвестно, где он. Так, тут кого-то еще не нашли. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Так, где-то даже в конце кого-то не нашли. Видимо, какой-то еще будет дракон. Какой-нибудь желтый. Так, и переходим к, так, ну, проигрыватель. Многие, в принципе, такие же, как в первой части. Я в группу ВКонтакте выложил плейлист. Там совмещены первые со вторым. И правда, там вообще идет 1988 год. Кстати, по идее, 2021. Но не знаю, как они их обновляли. По идее, должны были обновить. Галерея. Так, всего 77. Смотрим с первого. Также сначала. Так, итре. Открыть текст. Буду менять. Thank you.
И все на этом. Благодарю всех за просмотр. С вами был Нород.